Get Movies. Канал для всей семьи. Раскраска. Голубой. Оранжевый. Коричневый. Зеленый. Говорят, что я ребенок вредный, нет со мною никакого сладу. У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше шоколаду. Дайте мне побольше, дайте мне побольше. Буду кушать, наслаждаться, буду с горки я кататься. Только мне не предлагайте умываться. Жила-была одна царевна, которая не хотела спать. И все старались ее убаюкать. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. И нет. Сердце красавиц склонно к измене. Но царевна сказала: нет, не буду спать. Царь в отчаянии. Подушкой царя. А царица сердится. Ай-яй-яй. Свита с лап сбивается. А царевна ни в какую и не стала спать. Ну, придворные-то, конечно, скоро заснули. А ночью такое началось! Тут тебе и луна, и звезды по небу совы летают. В темноте разные разности мерещатся. Ух ты! Ночью птички замолчали, спать легли, а меня не укачали, не смогли. Рыбки спят во сне, пуская пузыри, а я хитрая такая, посмотри. Ночь свою иви. За завтраком царь говорит: ох, и чудесный же сон мне сегодня приснился, будто я
5 пирожных съел и 3 мороженых. А ты, царица-матушка, что во сне глядела, а? А я? Я... будто я с горки каталась и мультики смотрела. Вот. А тебе, царевна, какое чудо во сне привиделось? А мне... А царевне-то и сказать нечего. Тут свита гулять позвала. И с горки кататься. И мороженое кушать. И мультики смотреть. А царевне этого ничего и не надобно. Вечером царь строго так говорит: царевне постель не стелить. Царевна будет звезды наблюдать. Хм, вот еще. У меня и поважнее дела есть. Мне целых 2 сна посмотреть надо. Вчерашний и сегодняшний. С тех пор царевна по ночам спит, а сны видит самые расчудесные. Смышленый паровозик. Я веселый паровозик. Паровозы грузы возят. Мимо полей широких и мимо гор высоких, через речку по мосту. Мимо полей широких и мимо гор высоких, очень важный груз везу. Что на станции найду? Что с собою заберу? Нос, морковка! Вот так диво! Снеговик теперь красивый! Снеговик! Шарик взять не позабудь, прежде чем пуститься в путь. Я веселый паровозик. Паровозы грузы возят. И не страшна мне вьюга белой зимы, подруга, смело еду я вперед. И не страшна мне вьюга белой зимы, подруга, друг уже, наверно, ждет. Что на станции найду? Что с собою заберу? Я привез коньки для зайца, чтобы на катке кататься. Коньки! Шарик взять не позабудь, прежде чем пуститься в путь. Я веселый паровозик. Паровозы грузы возят. Снегом укрылось поле, дремлет земля, спокойно отдыхает до весны. Снегом укрылось поле, дремлет земля, спокойно снятся ей цветные сны. Что на станции найду? Что с собою заберу? Чтобы ушки не замерзли, шапку я ношу в морозы. Шапка! Шарик взять не позабудь, прежде чем пуститься в путь. Моей песне подпевайте, об одном не забывайте. Праздник нас ждет чудесный, радостный, интересный. Быстро еду я вперед. Праздник нас ждет чудесный, радостный, интересный. Еду я на Новый год. С нами елку наряжай. Новый год идет. Встречай! С Новым годом! Алфавит. Вот это да! Игла по буквы из алфавита. Буква А.
А? А? Что это? Разные картинки? Наверное, нужно выбрать одну из них и нажать. Сейчас попробую. Ого! Их можно крутить! Как здорово! Я знаю, это альбатрос. Он начинается на А. Альбатрос летает над океаном и питается рыбой. Альбатрос. Я точно это знаю, это автобус. На автобусе могут ехать сразу много-много людей. Автобус. Какая странная штука. Арфа – это большой музыкальный инструмент со струнами. Арфа. Машинка. Автомобиль может ездить очень быстро. У него есть 4 колеса. Автомобиль. Не знаю, что же это? Антенна отправляет радиосигнал нашим космонавтам в космос. Антенна. Кажется, это персик. Но персик не на букву А. Абрикос – очень вкусный и полезный фрукт. Осторожно, внутри у него косточка. Абрикос. Какое смешное животное, как лошадка. Кто же это? Антилопу легко узнать по тонким и длинным рожкам на голове. Антилопа. Это мы недавно ели, но я забыла, как это называется. Ананас покрыт прочной кожурой. Сверху у него пучок листьев, а внутри... Он очень сладкий и вкусный. Ананас. Так, что здесь еще есть? Акула – это большая хищная рыба. Она живет в морях и океанах. Акула. У нас на окне растет такое растение. Как же оно называется? Алоэ – колючее, но очень полезное растение. Сок алоэ заживляет ранки. Алоэ. Рыбка плавает. Аквариум – это домик для рыбки, сделанный из стекла и наполненный водой. Аквариум. А это что такое? Похоже на мяч. Арбуз круглый и очень твердый снаружи, но внутри он очень сочный и вкусный. Арбуз. Кажется, это воздушный шар, но это же не на букву А. Воздушный шар называется аэростат. На нем можно подняться в небо высоко-высоко. Аэростат. Какая смешная птичка. Тоже на букву А. У аиста длинные тонкие ноги и длинный клюв. Аист. Ой, почему здесь крокодил? Он же не на букву А. Аллигатор – это вид крокодила. У него острые зубы и кожа, покрытая панцирем. Аллигатор. Малыш, знаешь, как называется эта буква? А. Правильно, А. В следующий раз мы с тобой поиграем слова на букву Б. Веселый конструктор. Смотри, что в коробке? Детали. Давай посмотрим, что можно из них собрать. Это деталь.
называется рама. В нее вставляются оси. На осях мы закрепим колеса. К раме крепим стрелу и гидроцилиндр. Потом ковш. Ковш нужен, чтобы поднимать и перевозить большие грузы. Сверху на раму устанавливаем рабочее место. У нас получился погрузчик. Огромные колеса помогают ему проехать в любые места. А своим большим ковшом погрузчик может перевозить тяжелые предметы с места на место. Погрузчиком управляет человек. До встречи, ребята! Это Маша. Это Катя. А это маленькая Лиза. Сегодня они отправятся гулять в парк на детскую площадку. Там есть качели, карусели и горки. Что же им надеть? Привет, Маша. Давай заглянем в твой гардероб. Сколько платьев? Что же надеть? В чем удобно качаться на качелях? Это? Ну нет, слишком пышное. Это? Согласна, слишком темное. Может так? Пожалуй, да. Ты выглядишь прелестно. Катя, ты только проснулась. Уже солнце встало, и тебя ждут подруги. Давай заглянем в твой гардероб. В чем удобно кататься на каруселях? Может, это? Ой, как красиво, но нет. Давай так. Слишком вызывающе. О, вот это будет отлично. Привет, маленькая Лиза. Лиза, давай заглянем в твой шкафчик. Сколько красивой одежды. Что наденем? Это? Нет? Может, это? И это не хочешь? Давай наденем вот это платье. Лиза, но это же совсем не подходит для прогулки в парке. Тебе все равно? Ну, как хочешь. Девочки выглядят просто замечательно. Они могут качаться на качелях, кататься на каруселях, а Лиза ничего не может. Вот глупышка. Умный
огромная луковка. Привет, малыш! Я умная луковка. И сейчас я расскажу тебе, что такое круг. Вот так он выглядит. Эта геометрическая фигура встречается очень часто. Оглянись, посмотри, на что похож круг. Это колесо у машинки. И тарелка. И апельсинка. А по утрам на небе встает круглое солнышко. Арбуз тоже круглый. Часы. И мячик. Смотри, как много круглых предметов. Давай нарисуем круг. Нарисовать ровный круг нелегко. Но можно взять что-то круглое и обвести. Смотри. А теперь попробуй сам. Желаю успеха. Пока-пока. Много чудес увидеть хочу. Садитесь скорее, я вас прокачу. На помощь всегда спешить я привык. Пик, волшебный грузовик. Пик, волшебный грузовик. Привет, ребята! Я грузовичок Пик. Привет! Хотите покататься со мной? Да! Тогда садитесь в кузов. Постой, Пик. О, это же мудрое дерево! Здравствуй, дерево! Как ты меня нашла? Здравствуй, Пик. Разве ты забыл, что я знаю все на свете и могу появиться где угодно? У меня для тебя есть очень важная новость. Какая? Скажи мне скорее! В лесу нужна твоя помощь, Пик. Помощь? Ну что случилось? Быстрая и широкая речка пересохла, а ведь лесные обитатели нуждаются в ней. Прояви смекалку и не забывай о помощи друзей. Ты справишься, Пик. Ребята, вы поможете мне вернуть речку лесным жителям? Да! Тогда поехали! Пик, волшебный грузовик! Ой, кто это сказал? Привет, я грузовичок Пик, а ты кто? Привет, я рыбка. А почему ты такая грустная, рыбка? Потому что в моей речке пропала вода. Так вот о чем говорило мудрое дерево. Но почему она пропала, рыбка? И куда она пропала? Не знаю. Еще вчера здесь была широкая речка. А теперь это все, что осталось, и мне нечем дышать. Нечем дышать? Но ведь воздух такой свежий. Я же рыбка, а рыбки могут дышать только в воде. Воды, воды. Не грусти, рыбка, я тебе помогу. Как же ты мне поможешь? А это мы сейчас узнаем. Ребята, в моем волшебном кузове можно найти все, что угодно. Нужно лишь сделать правильный выбор. Пик-пик, загляни в кузов. Ну-ка посмотрим, что нам понадобится. Мячик, отвертка или аквариум? Аквариум! Вы правы, ребята! Спасибо! Ты спас мне жизнь, Пик! А теперь мы найдем твою речку, рыбка! О, так вот в чем дело! Интересно, как же так случилось? Наверняка мудрое дерево знает ответ.
На пути быстрой речки оказался большой камень. Он перекрыл течение реки, и русло пересохло. Ох, неужели наш лес навсегда останется без речки? Конечно, нет. Сейчас будет речка. Мне снова нужна ваша помощь. Я умею превращаться в любую машину. Только вот не знаю, какая машина нужна. Подскажете мне? Да! Пожарная машина, подъемный кран или грузовик? Подъемный кран! Пик-пик, начинаю трансформацию! За что, рыбка? Я рад, что смог помочь. Ты молодец, Пик. И вы, ребята, тоже молодцы. Спасибо, мудрое дерево. Наши друзья очень мне помогли. Вам понравилось наше путешествие, ребята? Да! Тогда до встречи. Впереди нас ждет еще много приключений. Пока! Пока, Пик! Мультик-пазл. Ого! Это же строительный кран! Сейчас соберу его из пазлов! Так, возьму вот этот пазл и положу его в центр. Вот так! Теперь вот этот! Поставлю его сверху. Да, подходит! Во! А сюда вот этот! Точно! Нет, что-то не то! Какая-то странная получается картинка! Уберу пока этот пазл в сторону и возьму другой. Вот этот. Ура! Подошел! А этот вот сюда, слева. Здорово! Так, следующий вот этот, снизу. Теперь вот этот. И вот так. Нет, что-то не то. Его нужно поставить в другое место. Вот сюда. Точно! Вот этот пазл без рисунка. Это угол. Пазл с кусочком черного рисунка вот сюда. Этот встанет вот сюда, слева. Следующий вот этот, с облачком. И еще одно облачко. Ну, дальше все просто. И последний. Ура! Получилось! Строительный кран собран и может работать на стройке. Посмотрим, какой рисунок мы будем собирать следующим. Я знаю, это же экскаватор. У него есть большой ковш и гусеницы вместо колес. Так, сначала возьму вот этот кусочек, положу его в центр. Теперь вот этот, сюда, на этом фрагменте гусеницы. Поэтому положу его вниз, а вот этот наверх. Кабина экскаватора почти готова. Так, этот сюда. Этот вот сюда. Здесь нарисован кусочек ковша, поэтому положу его здесь. Так, что-то странное. Какая-то щель между пазлами. Так не должно быть. Уберу этот пазл. Он не отсюда. Да, вот так намного лучше. Какой же следующий? Этот полностью голубой. Поставлю в угол сверху, а этот коричневый в угол снизу. Еще один пазл с фрагментом гусениц. И вот этот сюда. Еще один коричневый в другой угол слева. А вот еще одна часть ковша. И последний сюда. Ура! Получилось! Экскаватор собран, и сейчас он выкопает большую яму. Мой любимый голубой трактор, как в раскраске. Давайте скорее его соберем. Так, начнем вот с этого. Теперь вот этот. Ой, что-то не то. Какой-то странный трактор получается. Уберем пока его в сторону.
А может, нужно просто перевернуть? Нет, пазлы должны точно подходить друг другу по рисунку и по форме. А этот не подходит. Уберем пока его. Вот этот поставим сюда. Отлично! Вот это часть кабины. Так, с облачком на небе сюда, наверх. А вот теперь этот пазл подойдет сюда. Точно! Дальше этот, с задней частью трактора. Коричневый вниз. Теперь этот и вот этот. Да, голубой пазл с кусочком неба сюда. Полностью коричневый сюда. А это двигатель трактора. Точно! Фрагмент колеса. Еще один коричневый вниз. И последний. Ура! У нас получилось собрать трактор. Посмотрим, что он будет делать. Привет, ребята! Сегодня мы будем строить город и научимся считать до двух. Один, два. Один домик. Два домика. Нам нужно отвезти их в город. Смотри, одно дерево, два дерева, один муравей, два муравья, мы на месте. Давайте поставим наши домики. Один домик. Ой, а где же крыша второго домика? А, вот она! Спасибо, муравьишки! Теперь у нас два домика. Но чего-то не хватает. Один цветочек, два цветочка, все готово. А теперь давайте повторим. Одно дерево, два дерева. Один муравей, два муравья. Один домик, два домика. Один цветок, два цветка. Пока! Собираем силуэт. Привет, ребята! Какой интересный силуэт! Давайте попробуем его собрать. Если у нас все получится, то он оживет. Смотрите, эта часть самая большая. Скорее всего, она должна быть где-то здесь. Эта часть чуть поменьше. Может, она подойдет сюда? Точно! А этот кусочек мы разместим здесь. Получился глазик! А это похоже на хвост. Нужно только его немного повернуть. Ура! Подходит! У нас остался последний кусочек. Конечно же! Он должен быть здесь. Мы собрали птичку. Попробуем собрать следующий силуэт. Ух ты! Кажется, это тоже птичка.
только совсем другая. Сначала попробуем собрать брюшко. Вот так. А вот это ножки. Точно! Это, наверное, клюв. Проверим. Правильно! А этот кусочек мы разместим здесь. Мне кажется, что это голова. Согласны? Да! У нас остался последний кусочек. Это самый кончик хвоста. Ура! Какая красивая получилась птичка! Давайте посмотрим, что будет дальше. Интересно, это тоже птичка или нет? Смотрите, эта часть самая большая. Этот кусочек мы положим сюда. Эта часть, наверное, шейка. Значит, разместим ее здесь. А вот это похоже на лапки. Поставим их сюда, чтобы петушок мог бегать. Кажется, вот это гребешок. Подходит. А этот кусочек мы разместим здесь. Ура! Вот и третья птичка готова. Она ожила и летает. Как здорово! Мы собрали три птички. Давай посмотрим на них еще раз. Все силуэты собраны, но волшебный альбом не закончился. И в следующий раз мы будем собирать новые силуэты. До встречи!